«Синий трактор» представляет! Привет, ребята! Я решил сегодня отдохнуть. Только как? Я не знаю. Что же сделать? Что же придумать? А, я знаю! Поехать на пикник. Для начала найдем местность. Оп! Отличное озеро в лесу. Ага. Вот оно, и речка течет, а тут и грибочки, и ягодки. Эх, хорошо, отдохнем. Только для начала нужно придумать, что же надо взять с собой на пикник. Во-первых, конечно, хорошего старого друга. Подождите, а поиграть во что-нибудь тоже нужно что-то взять? Ух ты, здорово! На пикнике можно отлично поиграть. Вот я и говорю, давай придумаем, что мы возьмем с собой. Игрушку, стулик или планшетик. Может быть, барабан? Или маракасы? На пикнике очень часто случается дождь. Или яркое палящее солнце. Нам понадобится палатка. А еще в лесу бывают насекомые. Могут тоже донимать. Правильно, дружок. Чтобы всякие стрекозы нас не донимали, возьмем с собой сачок. Будем ловить стрекоз и заодно поиграем. А кого еще можно ловить? А еще сачком можно поймать большую рыбу. Например, удочка маленькая, а рыба большая. Кстати, про удочку. Вот и удочка. А куда мы все это положим? Ну, конечно же, в рюкзак. Какой поход, какой пикник без рюкзака, а? А на чем мы туда поедем? Да, хороший вопрос. Ты маленький, меня не увезешь с таким огромным рюкзаком. Полетим на самолете? Или на лошадке, как в старые добрые времена? Да нет, надо ехать на машине. Правильно, дружок. Складываем вещи, открываем рюкзак и находим внутри руль. Еду на машине. Так, вот он, наш руль. На нем-то мы и отправимся в путешествие. Вот она, машина с музыкой. Главное, не забыть компас, чтобы не потеряться. Ну, поехали! Еду, еду, еду на машине, еду, еду, еду далеко. Ну вот мы и на месте, ребята. Пришло время поставить палатку. Ух ты! А! Вот это да! Вот она, наша палаточка. Пойду проверю и заодно отдохну с дороги. Так. О, тесно, но ничего. Зато удобно. А, хорошо. Ну вот. Отлично, очень уютно внутри. Ой, еду-то мы и не взяли. Ну ничего, зато мы взяли удочку. Поймаем рыбку и поедим. Еще увидимся, ребята. Здорово отдохнем. Пока! Пока!